Проблему некачественного проектирования, а временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев намерен решить с помощью предварительного обсуждения будущих строительных задумок с жителями города. Для этого будет создана специальная площадка, где предполагаемый облик зданий или общественных пространств сначала будут обсуждать севастопольцы. Что касается общественных пространств, парков и скверов, то принципиально новым подходом, которая поставлена перед Владимиром Васильевичем, это сделать процесс согласования обустройства общественных пространств, как такую задачу ставил президент, в том числе на форуме Общероссийского народного фронта, на медиафоруме, сделать это согласование до того, как принимается решение по проектированию и выделению денег. Площадкой для общественного обсуждения эскизных предложений благоустройства того или иного общественного пространства станет специальный портал в интернете. Его создаст правительство Севастополя. Михаил Развожаев предположил, что это произойдет в сотрудничестве с каким-то общественным движением или организацией. И больше мы не будем проектировать без того, как найдем консенсус по тому или иному общественному пространству, даже если на это потребуется время.